Атраусцы отметили Международный олимпийский день. В честь этого события областное управление физической культуры и спорта и молодежный ресурсный центр «Жастар» организовало праздничное мероприятие. В нем приняли участие около 300 учеников школ. Были представлены показательные выступления по таким видам спорта, как карате, бокс, тэквондо. Цель мероприятия – пропаганда среди широких слоев населения здорового образа жизни, популяризация различных видов спорта, увеличение количества занимающихся спортом среди подрастающего поколения.